не будешь слушаться хякуен шоп и канайо, тогда татэте. Вон, видишь, машина едет, а ты не смотришь. Ты не смотришь никогда, когда машина едет. Поэтому мама с тобой стоять должна. Пошли. Осторожно, этот камень шевелится. Да господи, ты что ж такое сейчас, как пинка, блин, валю. Сколько же можно терпения-то? До дома дойти уже 150 стрессов. Это еще один. Ха-ха. Сидит. Надул щеки-то хомяк. А-та-та. Вон она, бабка, нездоровается, которая со мной. Никогда что сделала, неизвестно. Ну, хорошо, все, мы пришли домой. Презента? Глянь, подарочек мне купил. Спасибо. Не купил, подарил. Спасибо, сынок. Ты очень хороший мальчик. Ищи там ключи у меня. А я с цветочком вот. Все, возьми мою сумочку. Пойдемте. Настирала. Туч кругом. Зато стирка ловкая. Зато стирка ловкая. Нет, ты руки будешь мыть. Ты в больнице сидел и за кресло брался. Надо 30 секунд. Сам джубё ты арай. Да, считай. Когда же это у меня все просохнет-то? Иса, я тебе потом покажу, куда велосипед ставить. Пока-то. Не вот тут, это тут вот мне мешается велосипед стоит. Пойдем, тебе покажу. Вот тут велосипеды ставь. Да. Нет, тут все мешается мне. Сюда иди. Вот я отсюда ведерки уберу. Вот тут вот как раз и не мокнет ничего. Вот сюда, в проем. Ничего страшного. Вот так пускай ставит. Потому что ты меня не слушаешься и по заборам лазишь. Поэтому я разозлилась. Почему я, говорит, разозлилась на него? А потом и разозлилась. Вот ты мне веточку подарил. Как трава такая газонная выросла, да? Посадила три кустика. А как выросла. И вот это вот тоже три кустика посадила какого-то фиолетового. Растет. Вот это тоже, кстати, красные цветочки. Тоже растет. А вот посадила свои вот такие анютины глазки. Они вот такие маленькие. Пришлось подкупать две штучки, хоть как-то украсть клумбу. Здесь тоже не особо ничего не растет. Ну, холодно, может быть. Может, рука не та, тяжелая рука у меня. Сём, холодно в такой кофте. Так, тюльпаны еще не вылезли, ни один тюльпан-то сажал я. Тюльпанов нет еще. Сёму учи кататься. Сём, ты залезай, вот так вот езди и учись.
Когда мы будем до бассейна ездить на велосипедах? Вот тут у меня друзья растут, машины не бросайте. Ну, конечно, они все по всему бегают. И ничего не растет у меня. Сломал? Тогда в ведерко выбрасывать. Что сломали, все в ведерко выбрасывайте. Там вот, где ты поставил самокат, там ведерко стоит. Туда выбрасывайте. И сами, я больше тебе говорить не буду. Делай, что хочешь со своими домашними заданиями. Больше я ничего говорить тебе не буду. Как хочешь, так и строчишь. Я не злюсь. Просто ты потом надо мной издеваешься. Сейчас в бассейн поедем, ты будешь орать, что ты не сделал домашнее задание. В стиралке у нас холодная вода. Вот, чтобы постирать, заливаю горячей немножко. И еще одно ведерко надо налить. Ледяная льется. Пойдем. Вот, на самую горячую делаю. И заливаю. Так что я сейчас тебе буду пшенную кашу готовить. Где у нас пшенная каша? Вот она. Скрокнула. Ну тебе нормально, куда? Потом ты облопаешься, переешь и скажешь, больше не хочу пшенную кашу. Готовить тебе? Еще одну? Облопаешься, сынок. Да? Ну давай, делай домашнее задание. Иди. Иди. Делай. Заради бога. Ты ж потом надо мной будешь издеваться. Завтра тебе в школу-то? Что, бледный какой ты прям. Летай. Че у тебя болит-то? Сам не знаешь, что. А где Семен? Семёныч, домой заходи. Семёныч! Домой иди. Ты что там уселся-то? Иди домой. Ну, я со входа отнесла вот эту елку, потому что нет Крисмаса-то, все в Японии. А у нас еще Новый год. Я только 13 числа буду елки собирать все. Так что у нас еще Новый год и елки. До 13-го. Мы же русско-японская семья. О, у меня ж там налилось уже все. Ой. Чё ж ты не выключишь-то? Так, ну что? Вот пшено у меня и молочком заливаем. Чё-то молока мало. Сейчас еще добавлю. Хочу поесть. Много хочу поесть. А чего ты хочешь? Пшеная каша. Ведь знает, пшённая каша. Варю. Сейчас соль добавлю. Ой, мимо сыпануло. Сахар добавлю. Сахар-то это я долго сыпать. Сейчас все рассыплю. Иди, делай домашнее задание. Шкудай. Иди. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, ты ж будешь ногой левой трясти, что ты ничего не сделал. Ауч. Мусор, полиэтилен выбрасывается в четверг. Иди, пожалуйста. И ты, Семёныч, иди куда и делай домашнее задание. Особитай. Иди. Все, я говорю последний раз. Последний. Больше я тебе говорить не буду. Но если ты мне будешь стонать, что ты ничего не сделал, будешь перед учителем отвечать.
Понял? Мне все равно твои домашние задания. Ты сыт, одет, накормлен, постиран, наобнимался. А ты, щекастый, прекращать надо есть булки, щекастый. Мама, да ты булка, не дикая. Глянь, вот у этого щек нету, а у этого? Как хомяк уже раздулся, губ не видно. Где? Костлявый, иди учи. Хомяк, хватит есть булки. Мама, булка орёт. Разнесет, как мать. Кость одна выпирает. Все, да делай ты уроки-то, твою ж налево. Вон каша пшённая у меня закипела уже. Все, идите. Так, кашка почти готова. Тарелочка маслица. Вот и готова наша кашка. Сейчас Иска будет кушать. О! А у меня тут медовик. Медовик делаем. А Семёныч кашу не ест. Осторожно, упадет все. Семёныч ходит в садик и ходит с сумочкой, и там есть кармашек. И я иногда раскапываю у него вот это вот. Я так понимаю, это Сёма рисовал. Но почему эти рисунки у него именно в садиковской сумке? Я выяснила. Домогалась до Сёмки и выяснила, что он эти картинки дарит девочке, которая ему нравится. Но также я выяснила, что вот это не он рисует, это не его, он не будет цветочки рисовать. Я так понимаю, они с девочкой обмениваются своими рисунками. Не знаю, правда, что она тут нарисовала, но походу цветочки. Так, а вот это? Нет, это тоже не Сёмы. Тоже цветочки тут, как и тут. Ну ты глянь, невесту уже нашел. И ты глянь, сидят оба. Сёма и невеста. И все в цветочках. Что творится-то? Вы видели? Но это не только рисунки, а какие-то вот... Это не Сёма вырезал. У нас нет такого цвета. Ну, представляете? Приходится. И главное, мне ни словом, ни полсловом. Я говорю, что за невеста? Визжит, кричит. Это не невеста, а друг. Друг. Это какие-то все порванные. Ну, короче, у нас love story намечается. Семёныч влюбился и дарят. А я думаю, он перед садом всегда начинает рисовать. Ой, мам, сложи мне красивую бумажку. Вот так вот как-то сложи мне конвертиком. Не пойму, чего он делает. А оказывается, вот что. Любовные письма. Твою ж дивизию, а? Вот что будешь делать, а?